Массу увеселительных программ и мастер-классов провели в парке Дубки, в котором вслед за другими площадками отдыха в Химках традиционно проводили зиму масштабными праздничными гуляниями. Для химчан организовали праздничные эстафеты и анимационные игровые программы, а детей научили мастерить фигурки масленицы. Также для гостей праздника подготовили выставку изделий химкинских мастериц. Сегодня самый любимый праздник, наверное, всех россиян, всех, кто живет в нашей стране – масленица. На масленицу традиционно приходит очень много народа. Во всех парках у нас, в Толстом, Величко, на Сходне и у нас в Дубках сегодня большая праздничная программа. Всего в проводах зимы в парке Дубки приняли участие более сотни человек. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.